нечего делать, ему нужно идти начинать работать самому. А Ломаченко просто уходит от боя. Просто уходит. Попробуй попади. Зелимов достает его. Нет, Цуни не фиксирует. А здесь... Не получается. Неужели он уже психологически смирился с тем, что ничего не может сделать? Ведь так хорошо все начиналось. Какое было начало второго раунда? Последняя минута сейчас пойдет, там через 15 секунд. Сделать ставку на один такой акцентированный удар, попытаться все решить, так ведь надо попасть. Смотрите, как Ломаченко передвигается легко. Ему время на руку работает. Иди ко мне, иди, давай попробуй. А я сюда уклонюсь, а я сюда, вот сюда. Вот пропускает. Только наконец-то судьи дают очко, а то вообще замерз счет с начала второго раунда. Вы помните, счет-то был 5-1. И только теперь Зелимов получает очко. 40 секунд до конца. Но надо идти работать концовку в любом случае. Ломаченко просто откровенно совершенно пытается сделать, так сказать, своего соперника клоуном, как иногда вульгарно, так немножко шутят боксеры. Иди, попробуй, попади, я сюда, я здесь, на, попади, вот тебе навстречу удар. 6-14. Да. Официальные, но такие, будем считать, полуофициальные планы нашего бокса. Здесь три золотые медали, как было в Афинах. Ну не опускаться же вниз, правильно? И одна из этих трех, честно вам скажу, в рабочих таких разговорах и тренеров, и функционеров боксерских рассчитывали, что одна из них может достаться Альберту Селимову. Но 20 секунд до конца, и вот пошла эта сеча. Они друг друга накормят под конец, на память. 15 секунд. Попадает Селимов. 7 очков. 8. Нужно... Только что же попал. Дернул соперника и попал в правую голову. Нет. Судьи не фиксируют. 7 очков преимущества Василия Ломаченко. И украинский боксер выходит в следующий круг олимпийского турнира, где встретится с очень сильным узбеком Султоновым. К сожалению, у нас в команде первая потеря. И, к сожалению... Это Альберт Селимов. Сегодня на ринг